Незаслуженно забыт. Адмирал Петр Иванович Кислинский, участник первой обороны Севастополя, во время Крымской войны служил в должности командира корабля «Ягудил». С 1858 года комендант и исполняющий обязанности военного губернатора города. Внес значительный вклад в возрождение Севастополя после Крымской войны, за что в 1873 удостоился звания почетного гражданина. А вот если спросить о Петре Кислинском, пожимают плечами, и никто не знает даже, кто это такой. А во время обороны он совершил подвиг, командуя кораблем «Ягудил». Вы знаете, что многие корабли были затоплены, а вот «Ягудил» был оставлен, введен в Южную бухту, и целый год он сражался, против, защищая 3-й и 4-й бастионы против врага. То есть и вот эту тему мы озвучиваем в кино. Исторический документальный фильм «Честь и верность. Адмирал Кислинский» создан при поддержке фонда президентских грантов. Авторы использовали в своей работе множество архивных документов. Петр Кислинский – неординарная личность. За свои смелые высказывания Николаю I он едва не лишился службы. Император лично отдал приказ о тайной слежке за Кислинским. Это стало известно создателям фильма при изучении документов с грифом «Секретно». Однако и командование, и подчинение ценили в первую очередь его профессиональные качества, как грамотного военачальника. Фильм об адмирале Кислинском не первое творение автора. Это уже пятое по счету произведение из цикла «Архивные истории». Все они повествуют о героях первой обороны Севастополя. Именно герои первой обороны, жители, дети, матросы, офицеры, они как раз-таки и закладывали основы того севастопольского менталитета, который потом, так сказать, уже даже вот Великую Отечественную войну, дал нам такое количество героев и такое количество героических и мужественных поступков. Рассказ об адмирале Кислинском – это открытие еще одной малоизвестной страницы из жизни нашего города. На кинопоказ в небольшом зале библиотеки собрались авторы фильма и студенты, которым интересна история Севастополя. Премьера фильма состоится в ближайшее воскресенье в 10:00 в Доме офицеров Черноморского флота. Киносеанс пройдет бесплатно. Организаторы приглашают всех желающих. Екатерина Костенникова, Николай Кузнецов, Дмитрий Лялека, Севинформбюро.